В Махачкале 14.57, в студии Светлана Саетгусейнова, редактор выпуска «Бедернисе Гусейнова». Здравствуйте. Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев утвердил новый состав правительства республики. Список на официальном сайте правительства. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев наградил коллектив Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» медалями Минобороны России участнику военной операции в Сирии. В Махачкале прошла пресс-конференция представителей Минздрава Республики Дагестан по вопросу получения медицинских услуг через электронный портал госуслуги, в том числе запуске в республике электронной записи к врачу. Вести ФМ. В рамках проекта профстажировки активисты Общероссийского народного фронта в республике проводят для учащихся школ экскурсии на ведущие промышленные предприятия Дагестана. Во всероссийской акции «Неделя в профессии» принимают участие более 10 тысяч школьников из всех регионов России. Будет проведено более 400 экскурсий почти на 300 предприятиях страны. В Дагестане экскурсии пройдут в Каспийске, Кизляре, в Дагестанских Огнях, на заводах «Дагдизель», «КЭМС» и «Дагестанстекло Тара». Сегодня в Махачкале завершается 12-й Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». В рамках фестиваля состоялись показы телевизионных фильмов и передач, мастер-классы, круглые столы, а также спецпоказ фильмов лауреатов Казанского международного фестиваля мусульманского кино и Международного фестиваля документального кино «Тюркского мира». Вести ФМ. Всероссийский студенческий образовательный форум «Вершина-2018» проходит в Дагестане. Форум проводится в целях приобретения молодежью умений и навыков в области управленческой деятельности студенческих коллективов. Завершится форум 10 ноября. Сегодня в Махачкале прошла республиканская конференция «Современная терапия сахарного диабета. Поиск решений» с участием специалистов из Москвы и Ростова-на-Дону. Ведущие специалисты в области эндокринологии обсудили современные аспекты и достижения диабетологии, а также важные моменты клинической практики лечения. Вести ФМ. В рамках образовательного проекта «Ты предприниматель» в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Гумбетовском и Акушинском районах прошли тренинги «Три шага успешного старта» по программе образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Новости культуры. Сегодня в Махачкале в Русском театре в 17 часов торжественный вечер к 200-летию со дня рождения классика дагестанской поэзии Амарла Батырая. Вести спорт. Городской фестиваль по спортивной гимнастике «Юный чемпион» прошел в Махачкале. Погода. В Махачкале 13 тепла.